Театр «Байкал» возрождает старинные бурятские народные песни. «Радым Бейлик» – это новый национальный проект. Почти утраченный материал артисты театра восстанавливали по крупицам. Его собирали у старейшин бурятских родов и даже летали в Санкт-Петербург. В Центральном государственном архиве хранятся дореволюционные записи бурятских песен. Концерт, где выступят солисты театра и полный состав оркестра, пройдет в ноябре на сцене Бурятского театра драмы. А в эфире АТВ вы увидите фильм о том, как шла подготовка и какую огромную работу провел театр. И мы в этом проекте как бы показываем, насколько возможно оставшуюся историю этих песен, что звучит внутри, какие мелодии, стараемся сохранить в оригинале мелизматику, нюансы. Когда тихит, конечно, сак время, что он дошек вегата. Агар, огон. Нарынги мутхондо вега, и не на веха хунуту, он тынг пимтингерла, ашла хидык, йохрдатнда ябдак вегалда. Давно надо было вот так возрождать, потому что все, песни забываются, старые песни. Никто, мы же вот так уйдем, никто не будет знать. Тем более сейчас никто по-бурятски даже не разговаривает. Все по-русски. И вообще так вымрет язык наш. На нашем телеканале выйдет 5 серий фильма. Каждая из них посвящена одной народной песне. Первую часть о песне «Хадын» Хураса смотрите уже в эту субботу в 19:10 и 21:30. Возрастное ограничение 0+. Не пропустите.